Церковь за рубежом оказывает порой более действенную помощь людям, чем государство. Об этом накануне заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Жуков на торжественном собрании, посвященном 65-летию отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Он отметил, что в постсоветские годы тысячи наших соотечественников выезжают за рубеж на длительные сроки и часто оказываются в уязвимом положении. Посольства и консульства часто оказываются не в состоянии помочь. В такой ситуации церковь становится тем местом, куда обращаются за разной помощью, в том числе и за организационной и материальной поддержкой. Русская церковь за рубежом является той миссией, которая связывает наше отечество с соотечественниками, подчеркнул вице-премьер.